самый. Да, да, да. Получается два, да? Панораморную пивейлю, да? Но это, повтори, пожалуйста, панораморную. Смотри, панораморную, у нас есть универсальный грунт, универсал. И никуда спросили ПВАшку. Ну, ПВАшку, она, сейчас объясню. Пиши, пока что это универсал. Ну, давайте не так, смотрите. Вот поэтому я говорю, вот мне... Юрий Вешу сказал уже, распускай быстро. Смотрите, венецианская. Ну, да? Просто что значит ПВА? Ну, так я значит, не останусь ПВА. Я скажу тебе, что это венецианская ПВА. Есть мраморная, да? Угу. Да. У меня же еще почерк. И, да. И изысковая. Вот, мне же надо писать на русском. Да. Ему надо ничего. А вот под изысковую идет ПВАшная. Под, нет, под изысковую идет ПВАшная. Там идет основа. Сейчас, Таня, смотрите, да, смотри, идет сначала универсальная грунтовка, вот это ПВАшка, а потом идет краска, праймер, грунтовочная краска, она же праймер. Так. А под мрамор? А под мрамор идет тоже, ну вот это ПВАшка. Грунт, да? Да. Да. Грунтовка. Это да, грунтовка. Грунтовка. И? Ну, и все. И все. Да. Так. А ПВА дальше второй идет шаг. Второй наносится что? Угу. Под мраморную идет. Под мраморную можешь нанести стартовую венецианку. А под известковую можешь нанести универсальную. У нас есть. Можно я буду просто? Это варианты? Нет, это первое и второе, да, да, основа да. Идет вот это, потом вот это, а тут только вот это. Это еще раз повторите. Грунтовка ПВА и праймер. Так это одно и то же самое. Нет, нет, нет. Праймер, мы говорим, что это... Праймер это грунтовка. Нет, это грунтовочная краска. Напишите. Так пишите, краска-грунт. Да, краска-грунт. Нет, не здесь, а вот здесь, где праймер. Краска-грунт. Да, краска. Do you know this primer paint? Well, in England, we have primer. Тут идет старта венецианка, да, тоже венецианка называется. Да. Так, дальше. Смотри, и сюда, ну, дальше. А потом пошла Венеция. А потом уже идет сама венец. Штукатурка. Да. Можешь поставить по прайсу, и пускай кто-то ставит в прайсе, какая она будет, под каким она. Нет? Подожди, вопрос еще знаешь какой? У них понятие ПВА это виниловое, винилик бейс. PVA, винилик бейс. Ну да, поливиняться так. Да, но у нас есть стирол-акриловое отдельно, и есть виниловое, а виниловое это ПВА. Хорошо, но у нас... Поэтому вот тут объясни, кто куды. У нас концентрированное. Акриловое. Акриловое? Так покажи, где так вот она, универсальная готовка. Так не ПВА, акрилик. Хорошо, пускай будет акрилик. Акрилик. Вот видите, а мне вообще тяжело. Все равно. Так. Так. И здесь то же самое. Все. Нет, мрамор пускай будет на ПВАшный. Хорошо, пускай. А ПВАшный, он же у нас один и тот. Не-не-не. У нас есть дисперсии разные. Хорошо, у нас дисперсия. Но грунтовка-то у нас, которая высоко, ну, концентрированная, которую мы разводим 1:8. Акриловая. Акриловая? Да, но под мрамор, под известь, идет виниловая. Откуда она у нас? У нас есть. У нас есть грунтовка. Try it. Да, я тебе говорю, что есть. У нас все известковые материалы сделаны виниловые. Это я знаю, что они. Вот мраморная то же самое. Ну хорошо, хорошо. Давайте я вот это просто сейчас напишу, а вы мне напишите сами потом. Не-не, вы правьте, вы правьте это все правильно. Так я же не могу понять, что куда. Вот это мраморная, пускай ПВАшная, все правильно. ПВА-грунт. Да, да. А здесь... Просто так и называют. Да, 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 да. А тут универсальная грунтовка акриловая. Да, да, отлично. Да, да. Хорошо, хорошо. Правильно. Дальше. Это Венеция, Венеция. Все. А тут потом заканчивается воск. Воск идет вот этот. Да. Вакс. Да, воск. Можно вакс. Воск. И тут воск. Да. Вот это четыре шага. Прекрасно. Да, правильно. Вот, и все эти вот это я имела в виду, чтобы так было расписано, чтобы даже мы у вас ее спишем. Дальше можно еще как? Можно вот этот воск, он может. А мне еще просто для учеников будет, серьезно. Натурально? Да. Так, есть воск натуральный, да, и есть синтетический. Синтетический. Да. И что куда? Ну, и тут, и тот можно. Можно и туда, да, и туда. Да. А эффект то, разница какой? Ну, там, есть свои, ну, чтобы ты просто понимала, и тот, и тот. Она называется у нас лазурь, вот этот воск синтетический. А у вас есть прайс, он
Покажи очко сразу. Возьми сразу и покажи его. Дай, дай, дай. Сейчас тогда мне нужно. Не, 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 ты себе. Очки, не очки. А, так иди возьми очки. А я, может, очки нет. Так ложись сзади. Я что же слепа. Хорошо. Ну так. Была Туре Поливера, да? Да. Вот это вот Туре Поливера, это есть. Да, это хотя лазурь. Это фишетиш, это лазурь. Да, я. Это понятно. Это для меня понятно. Смотри, там же есть и хамелеоны. Вот эти тоже фишетиски хамелеоны. Можно хамелеоны. Есть же хамелеоны. Там же есть античное золото, античное серебро. Это тоже туда же в лазурь. С добавлением золота и серебра. Это я помню, вы говорили, Венеция, вы сказали. Но вот этот натуральный синтетический можно использовать и внутри помещения, да. Нет, синтетику можно. И коррозия. И вот группировка продукции в зависимости от применения. Натуральный только внутри. Хорошо, пускай будет здесь, а Таня потом допишет сюда. Да. Это ваше письмо. Да, да. Так, еще вам хорошо. Для этого. Для поддержки штанов. Я поняла. У вас такой штуки нету, вот так, чтобы вы рассказали. Да, и смотри, вот это. Это фишемина-то красота. Этот воск, который натуральный, его можно ложить по свежему, по свежей еще не высохшей, там на полупосыхании, на эту известковую. На сырую поверхность. Вернее, на известку. Это известковую тебе? Да. Вот здесь напиши, что. As you know, in England, maybe you have a lesson when materials must be have a dry condition, and we can propose wet condition. Yeah. Because you have a time. Yeah. I mean, it's like with Venetian. It's natural. And that now they are discussing and to write down. Synthetica только на сухой. Yeah, yeah, that's fine. That's fine. As a reminder, wet would be a great advantage for smaller companies. Of course, you have time to make some steaks, to drink coffee. We don't drink coffee like you guys do here. We have we start at normally 7:30, maybe 11 o'clock first cup of tea. 5 minutes. Back to work. Yeah. But they like to. In England, they like to do the job. Стала браться к рукам. 3:30. Be home. Yeah. So when you wanted to drink coffee, tea, please call. Теперь смотри. Можно вот эти воски синтетические, натуральные, можно подмешивать. А что по-твоему синтетический воск? Ну это наши лазури, наши лаки. Да ты не путай их тогда, потому что по нашим прайсам... Пусть кто-то, пусть кто-то уже рассказал, уже пусть как будет. Я там увидела, что это... Это лазури наши. Да, наши лазури. Поняла, что можно смешивать их между собой. Да. Синтетические и натуральные. Да. Вот вроде как все. Хорошо. И в этот же воск его можно колеровать, этот воск. Ага, это все колеровать. Да. Все это колеровать. Я просто люблю схематичное изображение. Я согласен. Вы, наверное, математик. Нет. Нет? Я вообще университет. Смотри, значит, ты поняла, можно колеровать воск натуральный и можно синтетический. Нашу лазурь можно колеровать. Дальше. Just we have two positions. How to make a Venetian materials. It's мрамор, based on next lime. So for lime, especially only lime and close to the material. Acrylic position. So first coating is a primer or paint primer. Next it's те, которые там пользуются, колируют бетон. You know, maybe. Or like a sand contact. Because we don't know what is the wall. Is it a strong wall or maybe something like a dense wall? То, что просвечивается, потом будет наружу, или она покрывается... Покрывается. То есть она не коррелируется уже. We have wax like this. Ну смотри, ее можно... They are discussing about synthetic wax, but in our position it's like gloss. С этой грунтовкой. You know what? Yes. Yes. Видно? And you can to prepare colored position in time of preparing lime. Вот такое. So all materials are in white base. Yeah. And if you want to decide this color might be break red or основа идет green. Yeah,
prepare the small tube, yeah, and in can or in the to mix it. To mix it, yeah. Yeah. Вот, then mix it. Вот так. Что так? I tried to describe you all materials, maybe not so right, but no, you understand. Yeah, I understand. Yeah, I understand most of it because then it's very similar. I mean, most masons very similar. That's not bad. Расход у меня где-то в районе литра, уже разведенной грунтовки. Хватает на метров 12. Ну, 10 метров. Далее. For me, it's more important to know your process of application. That's all it for me. So I know. And then when I'm back, I will I'm back in September. To Ukraine? Yeah. On the 30th of September. And I will how do you think? Do you have to take with you in England some samples of our materials? Yeah, well, I mean, what I need to do first is find out when I get back on Monday. Tuesday I will call. Is the luggage? That's what I need to find out. I need to find out whether I can carry it in hand. This time I didn't bring any hand luggage. I have clothes here, clothes there, so I just get on the plane and come. But I may come with transport because I need to bring some furniture. For me, I want to receive your point of view, have to compare our materials with Italian and not only like a price, and have our materials good or bad or in the same position, and I would like to receive your point. И потом уже берешь бетонный контакт. Потом берешь уже вот эту модельную массу, которой мы имитируем бетон. Нет, там бетон контакт. А если попросить денег чуть больше, ну ничего, мы оба слепые оказываются, ничего не видим. Сделаем. Универсально. Там сейчас большой. Сделаем, спокойно. Сейчас сделаем, сейчас я принесу. And I've lost my reading glasses. These are my working glasses. No. Yeah. Yes. Третья уже пошла модельная масса. Вот этот арт-бетон. Ну, будет, наверное, здесь. Уравниваю еще по типу гараж, скажи, полимерная длинная сторона, скварцем, цисковая, цисковая основа, мраморная основа, имитация мрамора, фактурное покрытие для посадных решеток, структурная штукатура камня, лакры, перо, система коррозии, покрытие. Вот она где-то есть. Вот тут перед проведением. Арт-бетон. Да, вот. Фактурное покрытие, да, для посадки, да, 23. И смотри, ты этот арт-бетон ты можешь сделать. Да. А так будет лучше? Да, мне уже тут очки нашли. Да тут больше, чем здесь. Хорошо, ладно. Да нет, там же не одна, там вот эта. Да, да, да. Хорошо, пускай. Так что остаем? Оставляем все. Хорошо. Теперь смотри, вот этот вот модельная масса арт-бетон может выступать как марсель, может быть как мармарин. Пишите, потому что это модельная масса. This can go on all materials. Wood. Yes. It's possible to cover wood. Yeah, like tables and things like that. But of course you have to prepare primers. Yeah. Primers like a
sand-grained or quartz grunt. Yeah, the same. The guy I in Bristol, the guy who I went to see. Это один и тот же, ну, это, ну, между собой они не похожи, но эффект бетона можно добиваться и одним, yeah. и другим, и третьим. Таня, what's the web? Вот когда I can you do... Сетка. But they mixed it, what they did? Мы обсуждаем от бетона тоже. They did a primer, and then they put the web on top of the primer while it's dry. It's like just armiro, armiro, but basically what they did was they did the primer, put the web on, then another coat of it's necessary to strong to make it strong. Yeah. Yes. Yeah. So. He did like a table, shelving. What else you wanted to ask? That's it. That's all I need. Basically, just need to know what sealers you need for outside products. Yeah. That's all. Что такое молдинг? Вот эти пластиковые штуки, чтобы. Видно здесь. Oh, the molding. Yeah. Вашей штукатуркой, которая снаружи используется. Это молдинг, что они называют? Is this molding? Molding, yeah, this we call a molding. По-нашему молдинг это залимка. This is, we call this... Ну вот это вот кто делает, вот это наносит? We call this polystyrene architrave. Yeah, that's the official name, polystyrene architrave. Coating. Ну как машина? It's special profil. Yeah, and it's necessary. It's necessary to make different profile because all people have their point of view. So this, like this, next, like more round, and machines have a special knife. Ah, I see. And it's. Cut it this form. After that, machine, next machine to cover this side, and like a knife, also have a own our own form to cover the same material. And after that, when all materials will be dry, it's handmade. Он тоже идет как фасадный, такой фактура такая. То есть он наносится обратно, технологически как? Что? Способ нанесения может быть разным, можно наносить обратно, на какой-то грунт идет. Да. Вот это я имею в виду. Если в этом случае... В любом случае, то, что наносится, имеет под собой первый шаг, второй, третий. Да. Вот это вот хочу вот... Хорошо, я сейчас донесу тебе. Я понял. Вот грубые, как это называют, эти штукатурки с фракцией, как это называется? Включения. Да. Вот с этими включениями, неважно, крупные они или мелкие, идет у нас, идет сначала универсальный грунт, я поправлю, а потом кварц грунт. Включения наполнены, высоконаполненные системы. Да. С наполнением. Да. Хорошо, наполнил? Сильно. Ну смотри, что там, тревентин, мармарин. То есть они бывают стекло, оно это стекло как наполнено? Это тоже наполнитель. Да, такое не наполнено. Но там грунтовка, имеете понятие грунтовка? Да, конечно. Это не наполнено. Вот просто без... Это дисперсия. Так, включение это и есть наполненное тогда. Наполненное. Разные фракции. Наполнитель бывает разный. Это я поняла, мелкий. Бывает кварцевый. Вы сами минимальный 0,2 вы говорили, и там побольше. Это я помню. Бывает еще кварцевый. Вот правильно. Вот наполнитель, мраморная крошка. Она больше. Стеклянные шарики. Тоже они разные фракции бывают. Мраморная. Это все идет наполнение. И карбонат кальция даже бывает. Да. И титан тоже бывает наполнитель. Это уже как порошок получается. Вот тут и пришли мы к мысли, что есть штукатурки крупными вкраплениями. А есть модельная масса, которая без, ну, которая как тесто. Как тесто, все, да, как тесто, модельная как масса, краска. Это то, да. Что сейчас модельная масса. Сейчас я, можно дополнить, помню этого, потому что сейчас уберу. Таня, он спрашивает меня за эту штуку, а я говорю, что приходит большой такой блок,
вот этого всего. А потом есть специальные формы с ножами, которые вырезают высечку такую. It's all made. Я ему объяснил. Yeah, I'm not worried about that. This all I want to know is about this process. What this is? This cover with machine too. Это тоже получается машина. All machine cover this. This cover machine. But it's possible to cover your by hand. Yes, of course, it's possible. That's what I'm doing because I don't think this foam, I know, because they have some special formula. This foam we already have. Это пена. У них вот такая штука, допустим, найти можно, а вот покрытие, чтобы сделать. We have не вопрос, сделаем такую штуку. We have all different types of molds and stuff. Можно. It's just the process to do by hand. So. You know what's cement? Mm-hmm. You know what's sand? Yeah. You know what's PVA? Yeah. You know what's water? Yeah. And you have a hand. Of course. That's all. Oh, right. Okay, I'll try when I get home. Да нет, это другие замутки, вы что? Серьезно? И песок такой, который белый. Такая затирка. А зачем водка? Водка используется. Оно на стекло тогда. Оно испаряется потом или не остается? Это для фантазии водка идет. Нет. Да! Вы только никому не говорите, что водка используется гипцелин. So, if you want to cover this material by hand, Yeah, you made you some special formula. You can prepare it by home. So, first of all, we have one size of sand. The same. So you have to make a. We have our sand and much different. We have lots of different. Grades of sand. Yeah. Yeah. It's like we order sand for the house. Так вот он еще будет у тебя. No stones in it. For this color. For this color. Your sand is the same. Yeah, soft. We call and the same soft in Ukraine and in England the same as the strong or not? It's very strong. We have different types of sand. This sort of sand is like the sand children can play with. But, yeah, it's like silver sand. Okay, very fine. So after then you received the same sand size. Yeah, yeah. So you have to make take one coin. Take this size. Like a pot. So firstly you take two time. Of sand and put down in the bucket. Yes. Next, you have cement. One portion. After that, you have repeat this three times. Okay. At the end, you have to make cellulosic materials. You know what this is? Cellulose. Cellulosic materials. Yeah. It's a raw material. Raw material. Cellulose, yeah. And approximately 100 grams. Right. And one portion of PVA. Right. Yes? Uh-huh. After preparing two portions of sand, one portion of cement, you have to put down small portion of water. And after that, you can mix it. Mix it, stay 5 minutes, and repeat it, and we'll be receiving the same material. It will be good addition. По инструменту, вот если там мы говорим, вы видели у меня средний. Dangerous samurai. Да, очень острый, да. Надо аккуратнее. Поэтому. Будете когда давать мне, буду я мыть, ну сами не мойте, потому что порежете. Вот я вам расскажу еще раз. Вот есть маленький, есть средний и есть большой. It's smaller, middle one and small. Yeah, yeah, yeah. Да, так. Тут 240, есть 200 ширина, и это, по-моему, там. Да. 6 inches. 6, 8, and 11.
Ну так желательно, чтобы да, в работе были вот эти три. Ну, основные. Да, три основные. И помните, мы называли их сокол. Да. Швейцарский сокол. И это. Да, пиши. Швейцарский сокол. Ну, что потом будете меня спрашивать, я буду. Мы общались на одном языке. Это да, тоже не так просто, как кажется. Да. Я до сих пор путаюсь. Ласточка. Возможность ласточка. Сзади олег маленький. Тоже маленький, да? Да. Ну, здесь, наверное, 50-60. Ну, может, да, 6, да, 120, ну, 120 миллиметров. 6 сантиметров. Ну, 6, да, для твоих 60 миллиметров, 120 миллиметров и 200 миллиметров. Желательно, чтобы тоже они были у тебя, можно, разных размеров. То есть найдете вы там один, потом другой, пускай они будут все разные. Но они тоже должны быть. Называется ласточка разных размеров. Понятно, да? Да. Хорошо. Пластиковый шпатель. А, есть еще пластиковый. Пластиковый тоже они разных размеров. Вот есть большой. Потом есть. Размер большой. Да, большой размер. Но такой же, как и этот. Семь. Да, они там маленький и средний. Тоже, тоже желательно, чтобы у вас были. А для чего пластиковые, для чего? Для чего пластиковые, еще металлические? Пластиковые больше для лазурей. Они же могут применяться и когда мы наносим шелкографию. Тонкослойный материал. Да, для тонкослойных можно так назвать. Тонкослойных материалов, да. Или финишных покрытий, вот так. Финишные покрытия. Да. Лаки, лазури. Лаки, лазури. И еще используется вот как у нас акварель, тогда, которая чернит материал на металле. Ага. Есть материалы, которые, да, при прикосновении с металлом, они, так сказать, железнятся. Чтобы этого не чернят железнятся. Поэтому можно использовать для заглаживания пластика. Они, ну, пластик обычный, да. Они как бы металл как бы окисляется на кварце. Есть такой, он не окисляется, он просто стачивает их на бумагу. Да, бумага. Как чернеть такое получается. Такое. А металлические используются, получается? Для, в принципе, для всех, да, материалов, для нанесения они универсальны. Да, и они же можно и для восков, и для лазури. То есть просто пластиковые они более такие мягче. Мягче, да, мягче, да, и, ну, скажем так, более щадящие к материалам, более тонкослойные. Ну, да, можно, да, где-то так. Questions. No questions. You have the same materials, same utensils. Заготовочки взял, да? Да. Хорошо. Ты не взял там тот, который дорабатывается? Взял, взял. Ничего, я думаю. Потому что там мальчик отложил уже. Дениска. Да, Денис. Он попросил. Да, я ему сделал. Он сделает еще с десяток таких. Попросил оставить. Это делка написана, мастер, что я попросил оставить, это его пусть. Хорошо. Ты начни лучше сначала, с самого начала, с грунтом, со всеми делами. Хорошо. Вот, ну, это как по инструкции. Это, ну, как мы называем, экспозиторы, планшеты. Нет, у него есть какой-то еще, как это называется? Артборд. Артборд. Картон. Это МДФ. МДФ. Ну, делает на деревяшечках еще, на, господи, Олег, как это? Деревяшки, ну ДВП-шка. ДВП, картон плотный такой идет там. Да нет, лучше, не знаю. Лучше такие. ДВП. Да, лучше. Картон промокает. А вот ДВП они более плоские. Да, ДВП просто есть разные толщины. Делать на этих, на фанерочках еще. Да, на фанере можно, да. USB-плита. USB-плита. Режут их тоже каждый под себя. Можете, да, заказать. Вот как мы делаем, заходим в эпицентр, там же покупаем ДВП-шку, лист, они, там, лист такой, как гипсокартонный лист. Да, можно порезать. 2,50 на метр 20, и мы его режем на 12 частей. Ну,
Не так, чтобы не основалось ничего. Это я имею в виду, когда кому-то что-то показывают. Да. Ну, в принципе, если они есть, уже... они все равно, видели, у нас есть большие такие квадратные, есть, есть половину меньше такие, вот мы для альбомчиков делаем. Это получается наклеивать скотчем эти строительные. Да, да, да. Это для того, чтобы край был. Это малярный скотч. Бумажный скотч, малярный скотч. Questions, please make this question for you. Малярный скотч тоже бывает разной ширины, поэтому там же подбирать можно, кому больше нравится, кому шире, кому уже. If you want for, if I received you this formulation, also please say it. Practice. Может быть, some drink? Нет? Не-не-не. Правда? Сделаешь. Рука дрожит. А, вот это? Не, да. Вообще за рулем. Я права вообще вам не забыла. Езжу в твоем деле. Серьезно? Езжу и так молюсь Богу, чтобы не остановились. Смотри, это краска. Краска грунт. Краска грунт. Вот так. Paint ground. Ага. Paint ground. Это просто подкрашенная или это такое? Да, она нет. Она нет, это полированная. Да, она а так она белая. Normally it's white. Ah, your paint. That was the question. The paint. Is it water-based paint or is it cellulose or oil-based? Water-based. Водорастворимое. Да, да, да. Все на водное. Да, все, все. Нету других. Like water-based, like water. Like an emulsion. Water, like an emulsion, yeah. Пробую. Да, просто пускай как да, как я, кстати, и посмотрю, как у него какая техника. Да, какие навыки. Самурайский ножом. Да. Ничего, ничего, ничего. Чтобы он пальцы себе не порезал. Но я предупредил. Он очень очень острый. Я. Ничего, остановим. Ему тряпочку, чтобы он потом вытер руки. Там есть водичка? Есть, есть водичка, есть. Пускай. Пускай, да. Полностью. Ну, главное, да, уже я вижу, что процесс пошел. А видео есть? Работает, да, сейчас пишет. Ты можешь потом видео дать копию Татьяне? Конечно, я дам ссылку, она сможет его даже скачать. Я дам ссылку, как скачивается. Ну, ты говорила, что у него, что он аматор. А то, что я вижу, это не аматор. Он же занимался, он занимался. Which lessons you did? Well, in UK. Yeah. It was in my 6 weeks in my government trainer. Это у него были, ну там потом я когда-нибудь еще расскажу, ему еще курсы оплатило правительство. I did sitting hills. У него была возможность заниматься. What we do? What's we did, the hard 6 weeks of. Татьяна, спроси у него, на что она похожа, вот его, вот эта краска. This paint, which is close to which materials which you use in England? This is more like plaster. Yes, yeah, I suppose like yeah, it's more very much like plaster, really. I suppose, yeah, stuccatura, very similar, but it, like a very fine clay, but you'd call clay something different to us. Yeah. У нас глина, мы называем глина то, что мы по-другому немножко глиной называют. Может быть, там она очищена какая-то. А как вы, да, как вы называете шпаклёвка? Штука? Да. Штука. Да. Штука. А на штуку похожа? Ну, как штука, да. Yeah. Well. Ну, я вот чувствую, даже не видя, что там что-то есть какое-то. Фракция. Да, что-то там есть. Да, то есть это не просто, да, не просто. Не то, что скрипит. Скрипит, она может там где-то попалась. Она же посохла, да, этот материал. Но это не то, как кварцевун. Там вообще скрипел бы. Да, там бы совсем. Может, он прижимает. Можно? Таня. Вы прислали нам договор. Это я просто так приблизительно. Да, вы же поймите, что. Для того, чтобы начать более серьезные разговоры, надо получить от вас документацию. Да. Поэтому, если вы желаете этим заниматься, мне интересно, то давайте, да, пойдем на встречу, как бы. Конечно. Да. Потому что и нам это будет интересно, почему вы нашего материала сегодня были в Англии. Пускай будет. Ну, я вот тоже думаю, что и вам было бы интересно. Нам главное, чтобы было бы, знаете, желание идти к общей цели. Решили.